Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Эти страшные звуки. Ах, эти страшные звуки. Мы с вами в Mass Effect 2, легендарное здание, дополнение логова серого посредника. С нами Ляра, с нами Тейн и, собственно говоря, я так понимаю, само это логово. Мы продолжаем продвигаться. Сейчас нас будет... Мне удалось получить схему корабля. Мы движемся к тюремному блоку, где сейчас Феррон. Да, мы спасаем Феррона. Это друг Ляры, который ее когда-то спас. И теперь она хочет спасти его. Опа. А, чё не кидаемся? Чего мы не кидаемся? Не знаю, чего мы не кидаемся. Наверное. Спят на посту. Опа-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 
Твою же дивизию! Какого хрена ты стал скакать? А? Да. Я была права. Да отстаньте со своим распределением. Нас будут немножечко убивать. Может, не надо было ее это бить? Так, теперь мы не будем торопиться. Дивизию. Больно бьют. Так вот, Шепард, сюда сядь просто и все. О, господи, Тейн, это ты? А он стал сигать через эту загородку. Ну, естественно. Так, что у нас тут закрыто? О, там кто-то сидит. Это и есть тюрьма? Блин, похоже, это то, что нам надо. Что у нас тут? Ага. О, елки с палками. Так, ну ладно, начнем обход. А-а-а! Как так? Я не то сделала, да? Держись, мы тебя отсюда вытащим. No. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй.
Что посредник пытается с тобой сделать? Оборудование чувствует попытки проникновения. Кресло подключено к информационной сети посредника. Нужно ее обесточить. Если вытащите меня сейчас, у меня спекутся мозги. Ты знаешь, как можно отключить? Это непросто. Вам придется попасть в командный центр. Так, давай-ка изучим. Зачем нужна клетка? Я не... Ага. Это цепь нейрозаземления. Медицинское оборудование... Так, подожди. Что с охранниками? Собрал собственное частное войско. Блин, лучше его, наверное, не спрашивать. Шепард, у нас на самом деле мало места. Времени. Последний вопрос. Что тебе известно о посреднике? Он сделал это со мной. Мне нужны подробности. Кто он? Мне никогда не удавалось его разглядеть, но он большой. Охранники его боятся. Кроган, что ли? Не знаю. Не все входящие в его кабинет выходят обратно. Так. Мы уйдем с тобой вместе. Мы все выберемся, что бы этого ни стоило. Ладно, командный центр там дальше. Вы ведь знаете, что серый посредник вас поджидает. Надеюсь, что это так. Мы вернемся за тобой, Ферн. Постараюсь никуда не уходить. Всем группам садись у аванпоста. Сэ, уберите карточки. Где, куда прятаться, блин. Эх, Ферн. Вон пост С. Тихо. Enemy bionics on the field. Here they come. Enemy bionic? Да. А где? Вот. Так. Ага, там еще кто-то есть. Так вот, я вспомнила, что тут есть рукопашная. Патроны надо экономить. Все эти сумасшедшие голоса. Так, подожди, где-то кто-то еще был. Наемник? Ага, вон он. Ну-ка. Слушай, как классно, мне понравилось. А у Шепарда-то кулачок, оказывается, сильнее, чем пушка будет. Так, а здесь что за загудки? Давай-ка зайдем, посмотрим. Или это мы отсюда пришли? Ну да, похоже, да. Такое просто все одинаковое. Да, мы вроде как... Так, ладно, и куда теперь? Да? Да блин, я ж только что здесь была. Куда теперь? Ну ладно, поехали. Так, сделаем только сохраночку. Сохраночку, я сказала, сделаем. Это что-то. Почему у нас не делается сохраночка? Так, секундочку, друзья. Вполне возможно, что наши сохраночки... А, наши сохраночки невозможно. У меня перебран лимит. Такое тоже может быть. Поэтому прошу прощения. Я думаю, что... Я все равно довольно часто во всех играх держу старые сохранки. Чтобы, например, что-нибудь еще зайти, посмотреть, а как можно было бы вот так. Или розеток. Нос Астра. Я думаю, что можно убирать.
Но все равно нельзя сохраниться, очевидно. Целяви. Так. Да нет же. Ляра, сейчас опять будет какая-нибудь хрень. Не каждого кулаком-то прибьешь. Они ж с ракетами. Вон, видишь? Видал, что творится? Где Ляра? Ляра там осталась, да? Может, и хорошо? Так, я так понимаю, эти все крики за кадром, это голоса, это информация, информация, которая просто лезет изо всех щелей. О-о. Получено достижение сердца тьмы. Кроган. Ой, нет, это не Кроган, это что за жук такой? Тихо, Шепард, ты не ту пушку взял. Блин, это кто? Спокойно. Пришли за дрелом. Опрометчиво даже для вас, капитан. Опрометчиво было устраивать взрыв на Илиуме. Это было жестоко, но совершенно необходимо. Не так. Пленение Феррена было 2 года назад. Доктор Тессоуни, это результат исключительно вашего. Феррен предал меня, вручив вам тело Шепарда. Дрелл всего лишь платит за поступок. Кто-то должен помешать себе работать на коллекционеров. Это было обоюдно выгодное согласие. Хорошо, что вы пришли. Коллекционеры по-прежнему интересуются вами. Тебе конец! Будет непросто управлять такой большой базой без команды. Ее легко заменить. Ваше вмешательство задержит меня ненадолго. Хватит разговоров. Мои дела слишком важны, чтобы им помешал предатель. Ты весьма самоуверен для того, кому некогда бежать. У вас удивительные спутники, доктор. Вы правильно поступили, приведя с собой убийцу Тессони. Я позабочусь о сыне мистера Криоса. Ты никого не получишь, у него и сын. Не нужно дразнить меня, Зари. Я знаю все ваши секреты. Вы же блуждаете во тьме. Да неужели? Ты Яг. Твой народ еще не вышел в космос. Вас держат в карантине на родной планете за то, что вы уничтожили. Эта база была построена еще до обнаружения вашей планеты. Это означает, что ты убил настоящего серого посредника 60 лет назад, а потом занял его место. Догадываюсь, тебя забрал с планеты охотник, решивший завести раба. Или домашнее животное. Ну, как у меня получается. Ох, ты его разозлила. Это он такой здоровый. Надо было с собой Крога набрать. Шепард. Тейн. Он убил Тейна. Нет. Ты получишь в каждый свой глаз. Шепард, подожди. Очевидно, нам надо брать что-то другое. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Одел, зараза, броню. Ляра, пистолет тут не поможет. Где твои способности? Щит обладает кинетической чувствительностью, а он отражает снаряды и энергию. Значит, пойдем другим путем. Да ладно, что такое? Ближнего боя. Офигеть, Шепард! Блин, Шепард, 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 вставай. Ляра, не лезь.
Подожди. Давай, бегом. Еще раз. Кулаками его, кулаками. Очевидно, мы что-то сделали не так. Черт, подожди, откуда мы начнем? Да идите вы нафиг с вашими. А что, еще кто-то есть? Блин, Шепард, беги! Он разбил эту штуку. Да сядь же ты, бляха-муха, да что ж ты вскакиваешь-то? Да сядь же ты, дебил, блин! Я не знаю, так, ты, Соня, там жива? Так, атака близкого боя. Да вылези же ты оттуда, блин! Да беги же ты, господи! Управление, дебилизм, блин, полный! Сядь! Да сядь же, блядь! Извините. Ей-богу, иди беги, блин! Штаны наложил, двигается. Беги, к чертовой матери, сядь! Яра его на себя отвлекает. Сядь! Это, кажется, Ляра ему никакого урона не наносит. Похоже, мы не справимся. Он сейчас все барьеры разрушит. Сядь. Так, шарик. Шарик, мне нужен шарик. Беги, бей его кулаками. И как долго мы его так будем бить? У меня патроны закончились вообще-то. Лиара! If you can get him to bring up that shield again, I've got an idea. Еще раз. Знаешь что, Лиара, еще раз может не получиться. У меня больше нету патронов. Так, на шарик он, кстати, хорошо отреагировал. Все, хана. Беги! Скорее! Она на него обрушит потолок. О-о-о!
Ой-ой, где пинцет? Ух. А сразу нельзя было этого сделать? Последний, говорит оперативник Мурат. У нас был кратковременный бой связи. Пожалуйста. Оперативник Шора запрашивает подтверждение. Последний, у нас были проблемы со связью. Сейчас мы в эфире, ждем указаний. Все, Лиара, бери в свои руки. О, Лиара. Лиара, только не становись этим жуком. Говорит серый посредник, ситуация под контролем. Произошел сбой в системе питания при смене оборудования. На какое-то время связь была прервана. Тихо! Сейчас вся система находится в штатном режиме. Возвращайтесь к работе. В течение следующих солнечных суток мне потребуется полный отчет. Серый посредник, конец связи. Богиня океанов, это ты! Как же это? А, это этот... Ну, раз уж все, кто знал его в лицо, мертвы, то быть себе новым серым посредником! Лиара, ты вообще уверена в этом? Занять место серого посредника — это хорошая идея? Или так, или мы потеряем все, его связи, его источники, а они могут нам сильно помочь. С помощью информационной сети серого посредника я смогу дать себе даже... Я, пожалуй, проверю энергосистемы. А Тейн-то где? А, вон они, вдвоем, два братца. Ух, ну это да. Лиарочка, не плачь. Все закончено, наконец-то. Целых 2 года. Все хорошо. Все хорошо. Ну, наконец-то. 2 года прошло. Мы ведь стали совсем другими. У тебя есть задание, и... У меня нету задания. У меня больше нету никакого задания. Хорошо. 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 Мы должны сосредоточиться, оценить перспективы. Никаких ограничений прав пользователя или систем безопасности. Похоже, он не думал, что здесь могут быть... Ты можешь пойти со мной, Лиара. Уверена, что хочешь остаться здесь. Ты мне пригодишься в Нормандии. Я должна остаться. Нельзя упустить такую возможность, Шепард. Все, что я хотела, это спасти Феррена. Но разве плохо, что часть меня радуется открывшимся возможностям? Используя сеть серого посредника, я смогу помочь себе. Может, сумею развить эту операцию во что-то большее. Я буду скучать. Не буду. Постарайся поскорее вернуться. Да. Тю, ну ладно. Значит, мы еще вернемся к Лиаре, я так думаю, да? Так, новый уровень у нас. Итоги задания. Капитану удалось победить серого посредника. Теперь место посредника займет Лиара Тессони. Ликвидируйте утечки информации из Цербера. Необходимо тщательно наблюдать за отношением капитана и Азари. Да... Так, урон мы нашли, нашли защиту от урона, мы нашли кредитов. 48 тысяч мы нашли и 45 нам отвесили. Нулевого элемента 1000 и немножечко всего лишь, чуть-чуть, чайную ложечку палладия. 4000.
Да что вы ко мне пристали со своим распределением очков? Отвяньте от меня, потом распределим. Так, так может мы... А, вернемся на Нормандию, может мы сразу к Ляре? Шепард, я так рада тебя видеть. Я подготовила на терминалах информацию, которая может быть интересна. Мне кажется, тебе стоит взглянуть. Ну да, чем мы будем возвращаться на Нормандию? Так. Подожди. Добро пожаловать. Это Ви-ассистент серого посредника. Он очень помог с восстановлением инфосети. Пожалуйста, дайте мне знать, если понадобится какая-нибудь помощь. Любого вошедшего он принимает за посредника. Надо будет потом покопаться в настройках. Я готов в любой момент предоставить информацию о своих параметрах. Лера, ну все-таки пройдем со мной. Ну что ты, блин, вот бились. Досье использовать. Кстати, что нам говорит наше задание? Давайте-ка мы посмотрим по журналу. Установить коллекционеров. Досье юстициар. Это мы выполнили. Логово серого посредника мы тоже выполнили. Но можем теперь порыться, наверное, в этих самых файлах. А, можем все о них почитать. Мирада Лоусон. Личная переписка. Медицинская переписка. Госпожа Лоусон. Выполняя вашу просьбу о конфиденциальности, мы удалим это письмо из нашей базы после подтверждения успешной отправки. Мы не можем с полной уверенностью утверждать, что причиной доброкачественной опухоли является нарушение вашего генома. Но тесты подтверждают, что из-за прогрессирующего разрушения ваш организм не способен к зачатию. Ага. Согласно данным Института видовых исследований ИВИ, около 12% женщин у людей испытывают трудности с зачатием и вынашиванием плода. Существует много групп поддержки, где вы могли бы обсудить свое положение и много возможностей усыновления. За дальнейшими консультациями вы можете обратиться к нашему специалисту по внешним связям. Понятно. Так, ну что, почитаем личную переписку? Надо все знать. Так, имя пользователя Законник Норм. Мы рассмотрели вашу заявку на вступление в группу в Круге и рады пригласить вас в Бриллиантовый Круг, где лучшие встречаются с лучшими. В Круге с готовностью... в Круге с гордостью представляет вам эксклюзивные особенности Бриллиантового Круга и что такое неограниченный доступ к вашей учетной записи, неограниченный поиск пользователей в 23 системах, полный круговой видеообзор потенциальных друзей. Она друзей искала, что ли? Это онлайн-знакомство, типа? Анкета в первой странице. То есть она себе спутника жизни искала вот так вот, в агентстве? Так, идеальный мужик 01. Привет, ты первый раз в круге? Так... Миранда отвечает. Да, ну расскажи мне о себе тогда, кем работаешь? А об этом писать не могу. О, совершенно секретно, перед прочтением жечь. Да. И как... Окей, а о себе что-нибудь расскажешь? Чем занимаешься? Что любишь? Слушай, мне за тебя не замуж идти. Загружай результаты медосмотра. Сейчас идет загрузка. 4 года назад у тебя была легкая форма шинтониальной абраксии. Да, но врачи, пользователь вышел. Спасибо вам за то, что побывали в круге. Так, понятно. Второй. Законник Норм от джентльмена... А, она Законник Норм, ЗН, ага. От джентльмена Фарева. Так, джентльмен. О, любовь моя подобна алой розе, что распустилась прямо на глазах. Пользователь вышел. Спасибо вам за то, что побывали в круге. Законник Норм, крутой пацан. Привет, фотку покажешь, давай. Пользователь вышел. Короче, самый первый, по-моему, был еще более-менее. Спасибо вам. Так, 4-е.
Прямо сейчас. 411. Идет догрузка. Прямо сейчас. Медкарта. Вроде чисто. Ага, прямо сейчас медкарта. Так, вроде чисто. Да. Блок Д, квартира 221, 2130. А мне? Пользователь вышел. Это, короче, не это самое. Так, имя пользователя Арианна Л. Имя пользователя Млоус. А, это она с Арианной переписывалась. Сеть, сеть, сеть. Привет, это ты? Да, не бойся, секретность я обеспечила. Секретность? Точно. Ага, молодец. Как обустроилась? Здорово. Дом большой такой. Дворец прямо. А учеба как? Отлично. Только генетическая теория что-то никак. Ну, я об этом позаботиться хочу, понимаешь? Физика с математикой вообще в легкую. А, Миранда, твои баллы по истории Земли в конце 20 века ниже стандартного отклонения. Может, репетитора тебя нанять? По истории? Да не, не надо. Неинтересно мне просто. О, что? Да ладно, ладно. Да есть один парень, Данер. Данер Госима? Гасима? Да, ты откуда знаешь? Но неважно, его семья владеет сетью ресторанов на Цитадели. Хорошая успеваемость. Интересуется спортом. В 14 лет был переломом... перелом ноги. О, ну да. Он в классе только учебой занят. В упор меня него с ней видит. Ну, понятно. А как мне... Ну, ты знаешь, как сделать так, чтобы он меня заметил? Чтобы он тебя заметил, ну, есть один способ. Пожалуйста. Так вот, насчет парней. Надо всегда оставаться собой. Знаю, звучит глупо, но весь смысл в том, чтобы он обратил внимание на тебя настоящую. Надо понять, что со временем он увидит и оценит твою внешность и личность. Нельзя притворяться кем-то другим. Потому что тогда ты не будешь знать, кем увлечен твой объект обожания. Тобой или твоими ложными представлениями о себе. Да. Так, Ори, ты рассказываешь мне статью из женской колонки двухнедельной давности. Сестренка, у нас тут тоже вообще-то экстранет проведен, блин. Ну не злись, пожалуйста, я просто... Да я понимаю, понимаю, прости. Просто надоело мне все это. Я тут, ты где-то далеко, мир спасаешь или чем-то там занята. Надоело. Ну, нет смысла спасать мир, если даже с сестрой поговорить не получается. Ну, прости, пожалуйста. Так, может, расскажешь мне об этом парне? «Ага, он такой особенный, я его уже ненавижу», — говорит Миранда. «Ранда! Я же твоя старшая сестренка, я всех их буду ненавидеть, привыкай». «Так, тут вот написано, цвет глаз у него синий или какой? Синий морской такой, светлый или небесный, холодный? Остаток сообщения сархивирован». «Так, ну что ж, мы почитали про Миранду». Соулс, Джейкоб, Джек, мне интересно, знаете про кого? Келли тут у нас есть. Серый посредник, капитан Дэвид Андерсон. Ариана, даже о ней есть, капитан Бейли. Я думаю, что наша секретарша вовсе не интересна. Грюнт. Тейн Крис, о нем есть. Касуми, Тали, Гарус, Зайд, Масяня, Джейк. Слушай, как интересно. И серый посредник. Секретно. А ну-ка. Почтовый архив. Вот он, красавец. По вашему указанию, мы высадились на планете Ягов и выбрали там образец для изучения. Перед тем, как найти Яга, который согласится покинуть планету, нам пришлось убить нескольких его сородичей. Остается надеяться, что с отобранным Ягом договориться проще. Тем не менее, обращаться с ним следует осторожно. Эти создания могут быть превосходными десантниками или телохранителями, но их дикость превышает даже кроганскую. Насколько мы понимаем, это часть их культуры. Они не обычные мордовороты, как большинство кроганов. Тот, кого... Мы нашли, учится почти так же быстро, как соларианцы. Он может быть опаснее, чем вы думаете. Так, агент Кечлу от сервопосредника. Если ты, мой юный друг, читаешь это письмо, значит, ты устранил бывшего агента Кечлу и занял это место.
За последние месяцы ты развивался так быстро, что я ни за что не поверил бы в это, если бы не видел все лично. Ты уже свободно понимаешь 17 языков, а по способности предвидеть политику превзошел некоторых моих лучших агентов. Как Кечлу, ты будешь командовать ударным отрядом, чтобы собирать разведданные и нейтрализовать потенциальную угрозу. Вспомни все, чему тебя учили. Если потеряешь терпение, потеряешь и свой драгоценный разум, а значит и верность бойцов. Серопосредник ведет тех, кто ищет тайны. Он должен пользоваться доверием подопечных, чтобы в свою очередь доверять им. Собирать знания – почетная задача, и я уверен, что ты страстно желающий покинуть свою планету, чтобы узнать, что ждет тебя за ее пределами, понимаешь это, как никто другой. Пожалуйста, держи меня в курсе происходящего, Кечлу, и знай, я тобой горжусь. Далее. Так, всем. От серого посредника. Нельзя устранять агента Кечлу. Он слишком опасен. А, немедленно устранить агента Кечлу. Обалдеть. Он слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. В бой вступать только при численном превосходстве. В иных случаях менять все коды доступа и наблюдать. Со мной на связь не выходить, Кечлу не должен получить доступ и... Доступ к... Конец сообщения. Так, кому? Всем. От серого посредника. Агент Кечлу больше не представляет опасности. Прекратить смену кодов, продолжить работу в обычном режиме. К концу следующих солнечных суток мне нужны отчеты о всех происходящих операциях. Конец связи. Ну что ж, это уже Лярина была запись. Все. Так, друзья, знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Ягов, про Ягов мы узнали. Ты кто такой, за мной бегаешь? Я могу с тобой поговорить? Смотрю, он за мной бегает. И тычет меня попу. Алло. Так, это у нас что? Повышение квалификации. А, вот как мы можем повысить квалификацию. Тейна. А, перераспределить. Так, слушайте, мы сюда, значит, сможем постоянно приходить, что ли? Я так понимаю, то есть... Я это правильно понимаю? Вот, потому что я, естественно, хочу о всех почитать. Любовница Турианского члена Совета недавно сделала несколько необычных покупок. Так, подождите. Дайте-ка я сделаю сохранку. Вот, и пойдем с Лярой поговорим. Здесь, в принципе, разве... Как у тебя дела, Ляра? Голова кругом, если честно. У серого посредника мощностей было больше, чем можно представить. Вот, взгляни. У него был высокоуровневый доступ к данным правительства турианцев и Азари. Несколько соларианских... Хорошо, что я могу с тобой поделиться этим. Так, ну... Будь осторожна. Ты ведь не превратишься в затворницу, обладающую компроматом на всех галактиках. Я способна оценить искушение информации. У меня в руках все чужие секреты. Дай мне 10 минут, и я могу развязать войну. О, Лярочка. Но у меня есть цель. Я должна помочь себе остановить жнецов. Я останусь честной. Ну, относительно. Так, ну а у тебя как дела? Тебе уже удалось найти что-то полезное? Серый посредник знал про жнецов. Может, поэтому он предложил помочь доказать совету. Он не хотел, чтобы Сарин достиг цели. Да. Еще он знал, что коллекционеры были протарианными, переконструированными. Есть даже кое-какие данные о протеанам. Кажется, он понимал. Так, давай-ка, подожди, изучить сведения о протеанах.
Почему он продолжал заниматься протеанами? Они уже предупредили нас на Илосе. Мы успели воспользоваться. Серый посредник, кажется, считал, что может быть что-то еще, что у протеан могли быть запасные планы. А может, он просто хватался за все подряд в поисках надежды. Так. Откуда ты узнала, кем был серый посредник? Я не знала этого заранее, даже не подозревала, пока не увидела его. Но я поинтересовалась народами, еще не вышедшими в космос, когда изучала протеан. Мне кое-что известно о ягах. Можешь обратиться к терминалам, если тебе интересно. Это удивительный народ. И довольно грозный. Да, я уже это подчитал. Как Ферон себя чувствует? Настолько хорошо, насколько это возможно после 2 лет непрерывной пытки. Он поправится? Не знаю, он хочет работать, я позволяю ему помогать мне. Это дает ему отвлечься. Тебя с ним что-то тролливали? Значит, ты и Ферон, мы всего лишь друзья. Мне кажется, ты ясно дал понять, что я, как вы, люди, говорите, занята. Вот именно это я и хочу обсудить. Знаешь, я здесь не только ради информации. Послушай, насчет этого поцелуя. Мы ведь вместе прошли через настоящее сражение. Я скучала по тебе, но ведь прошло целых 2 года. Я не хочу принуждать себя. Да ты что, с ума сошла? У меня остались приятные воспоминания о последнем разе, когда ты меня поцеловала. Ну да, у меня тоже. Почему бы тебе не подняться на Нормандию и не выпить со мной? С большим удовольствием. Тогда пошли. Отлично. Собирайся и пойдем. Хорошо, спасибо за предложение. Я сейчас приду. Дай мне минутку. О, ну наконец-то, а то сидишь тут в этом бетонном бункере. Вот для чего 2 стаканчика. Ура! О, Ляра. Красивое платье. Тебе понравилась экскурсия? Да, корабль прекрасный. Я встретила Джокера. Кажется, он был мне рад. О, я думала, это покажут. Правда, он просил меня записать все части разговора, когда мои глаза становятся какими-то жутко черными. Конечно, без этого он не мог. Еще я говорила с доктором Чаквас. К счастью, у нее все хорошо. Я кое-что тебе принесла, найти было непросто. Это твои армейские жетоны. Вау! Они больше не мои? Что значит, они больше не мои? Спасибо. Не знал, что снова их увижу. Нельзя вернуть все, что теряешь, но иногда удача все же улыбается. Да, только на то и надеюсь. Что-то хамишь. Ну, как у тебя дела, Шепард? Только ответь честно, а не как для поднятия боевого духа команды. Мои надежды обмануты, я храню надежду. Что-то я беспокоюсь. Только между нами, понятия не имею, как мы справимся. Я делаю все, что могу, но... Тоже даже. Ты сделал больше, чем кто-либо другой. Если бы не ты, то на горизонте не уцелело бы ни одного человека. Да, но все равно многие погибли. Я спас некоторых из них, но не всех. Коллекционеры будут нападать на колонии, пока я их не остановлю. Значит, ты их остановишь. Это будет непросто. Ты справишься, ты всегда справляешься. Просто я не знаю, что будет дальше. Скажи, чего ты хочешь? Если завтра все кончится, что будет с нами? И жили они долго и счастливо. Я даже не знаю, свадьба, старость, много синих детишек. Ты так говоришь об этом? А почему нет? Ты же был мертв. А сейчас мне лучше. Это сейчас, но ты снова уйдешь. О, что эти женщины?
Когда твоя команда будет готова, ты прыгнешь через ретранслятор Омега-4. Да, Лиара, но это будет потом. Это будет завтра. Я 2 года тебя оплакивала. Если ты на самом деле хочешь этого, я должна знать, что ты на самом деле всегда возвращаешься. Я тут? Что значит, сделай мне предложение? Да, сделай мне предложение. Давай это, поженимся. Я не знаю, сложно давать такие обещания. Почему сложно? Да неужели? Мне нужно что-то особенное, к чему хотелось бы возвращаться. Я открыта для предложений. Как насчет этого? Спасибо, Шепард, за напитки и за все. Возвращайся скорее, Лиара. Я что-то не понял, так мы с ней все-таки наладили отношения или нет? Как-то оно так вот неоднозначно, прямо скажем. И потом очень жалко. Я думала, мы пройдем с Лиары по кораблю. Где мы вообще? Поза серого посредника. Савила. Ах, вот где мы тут. То есть мы сможем на эту базу-то приехать? Дай-ка я попробую сейчас. Рыбки! Подожди, база, рыбки! Вы получили новое сообщение. Какое? К чертовой матери! Рыбки! Каюта капитана. О. Все, рыбки не сдохли. Слава богу. Так, ну вот. Тебе и стаканчики. Как-то все, оно вот. Как-то все грустно на самом деле. Опять спасать мир и никакой личной жизни. Шепард, я даже тебя не могу посмотреть в это вот передним планом. Вот, друзья, ну что ж, личные жизни, не личные жизни, мы, наверное, пока что еще никуда не тронемся. Я хочу почитать, возможно, я просто следующую серию сделаю такую чтивную. Залезть в архивчики, все почитать. Может быть, нам удастся еще с Лиарой поговорить. Ну и, как говорится, ну не хочется оставлять. Так, вот все открытое, а заодно, может быть, вы мне к тому времени уже и напишите, стоит читать эти архивы. Ну, лично мне, например, интересно. Я думаю, что, может, и вам будет интересно послушать. Потом по поводу умений наших людей тоже надо подумать, что там можно, что нельзя. Как-то я не совсем поняла эту систему. Ну и так далее. Поговорим здесь на корабле со всеми, что они думают. И, конечно, с Лиарой жалко. Я думала, что она вернется. Джокер скажет, а, Лиара, мы устроим большую бухалову. Ну, так все получилось тоже, наверное, неплохо. Я так думаю. А может и плохо. Поэтому, друзья, давайте здесь с вами попрощаемся. Вы мне все напишите. Огромное спасибо всем, кто это видео написал. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.